can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known. Всем привет, Сочи, Красная Поляна, 1 февраля. Мой первый день на горе в рамках Роза Феста Тинькофф Экшн. Я не делаю, буду играть на закрытии данного фестиваля, но это будет завтра. Сегодня мы с вами будем катать. Кстати, погода у нас просто катастрофически, эпически наикрутейшая. Радио Рекорд с нами. В общем-то, можно вообще тут просто позагорать. Вы готовы? Поехали! Oh my God. Вчера ночью. Вот здесь вот прям вот зажигали. Сначала там. В столовке? Там, в столовке, да. Как старые добрые. И как? Да, нормально. Люди очень многие пришли на брейк на самом деле. А тебя не было. А я спала. Но зато я буду зажигать в Скай-клубе. Заключительные слова о том, как мы с вами провели 4 дня на Красной Поляне, Сочи, на курорте Роза Хутор. Так вот, это было шикарно. Погода, трасса, народ, вечеринки, мероприятия, Тинькофф, Роза Фест. Все прошло на ура, я довольна, и я хочу еще. Эти 4 дня были настолько классными, что я не нашла силы, желания или времени спуститься вниз. Мы с вами обитали на высоте 1000 с лишним метров. Хотя там внизу тоже есть очень много классных локаций, которые стоило изучить, посмотреть. Город Сочи, Адлер, да и сама та Красная Поляна, на которой находятся еще два курорта. Есть горки-горки, есть Газпром Альпика. Ну и позвольте мне немножко рассказать вам мое видение, чем отличаются все эти три курорта друг от друга. Итак, начнем с Газпром Альпики, который открылся не так давно. Это реально курорт для горнолыжников. То есть, если вы катаетесь на лыжах, вам туда. Я там была еще в прошлом году, когда курорт был закрыт, но с трассами я знакома достаточно хорошо. В общем-то, курорт достойный, но он для лыжников. Горки-горки. Что в нем лучше, чем у других? Будем говорить только о хорошем. Вот, лучше всего там ночная каталка. Она реально крутая. Ну и Роза Хутор, мой самый любимый курорт, любимое местечко, где проходит ряд любимых фестивалей. Вот, а сейчас я с вами прощаюсь. Леди Векс, точнее, Векс Тревел Эдит. Чао. Но если кто-то хочет знать, почему я тут сижу, вот в таком месте, это потому что бизнес-класс в Сочи настолько переполнен, что самое спокойное, уютное место – это тут, в детской комнате. Привет! Привет! Привет. Вот, так что нашла местечко, где смогла пообщаться с вами тет-а-тет. До следующих встреч! Смотрите мой блог, пожалуйста, пишите комментарии, они мне очень нужны. Ну и, конечно же, мне нужны ваши лайки, потому что именно этим я могу как-то хоть материализировать
и понять, насколько нужно все это делать, интересно ли вам это все смотреть. Все, до следующих встреч.